Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня снова будет влог. Сегодня у нас воскресенье. Сейчас у нас 9 утра, и мы собираемся на пляж. Я вас возьму с собой на Финский залив. Это за дамбой, за Сестрорецком, получается, городом Сестрорецк. До дамбы, в общем, купаться нельзя, а за дамбой можно. И, в общем, я там последний раз была где-то, когда мне было, наверное, лет 13-14, называется там место железнодорожная станция «Курорт». Наверное, кто из Питера, может быть, тот знает. В общем, вам покажу. Там на самом деле такое, ну, по крайней мере, насколько я помню, там как на море. В общем, приедем, сейчас посмотрим. Он взяла с собой эту подстилочку. Очень, кстати, прикольно. Пляж, конечно, не очень чистый, это тина. А так, прям как будто на море. Вот такая вот красота у нас. А это всего лишь Финский залив. Куда несешь? Я несу и это, воду из шкафа. Здесь очень классное местечко. Сейчас я сниму очки. Не могу без очков. Это железнодорожная станция. Курорт так и называется. Здесь как раз такое классное местечко, и мы... Я об этом месте знаю, на самом деле, уже очень-очень давно. Я здесь, когда была маленькая, мне было лет 14-15, мы сюда даже поменьше, лет 10, мы сюда очень часто приезжали. И здесь было очень много народу. И сейчас тут тоже, кстати, очень много народу. Я в своем розовом тут купальнике, который вам показывала в прошлом влоге. В общем, здесь просто, на самом деле, по ощущениям, как на море. Единственное, что пахнет тиной все-таки. Все-таки это Финский залив. Но так, конечно, просто супер. Я прямо кайфую. Мы в этом году на море не поедем в это лето. Наверное, я думаю, только осенью, потому что мужу не дают отпуск. Ну и хотя бы приехали сюда. У меня мальчишки: мама, мама, мы на море. Классно. Надеюсь, осенью, когда будут каникулы, ребенка, мужу дадут отпуск, и мы поедем на моречко. Ну а пока наслаждаемся питерской погодой. На самом деле, последние года вот такая погода для Питера — это очень редко. Сегодня сколько там, 25 градусов, по-моему, в тени обещают. Вот, ну так на солнышке, кстати, печет очень сильно. И еще я забыла крема для загара, так что боюсь, что мы тут все сгорим сегодня. Вот, но муж, кстати, говорит, что получше это в сторону Репина туда ехать, там дальше пляж более такой, ну, более прикольный, подъезд на машине более прикольный, потому что здесь мы поставили так машину, конечно, вообще.
Вот. Но, с другой стороны, здесь удобно на электричке сел, от Вилянского вокзала до курорта доехал, вышел и сразу попал вот сюда на такой замечательный пляж. Вот, если будет хорошая погода, я хочу в среди недели сюда с мальчишками приехать. Классные выходные, можно сказать, на море. Такое это не море, а Финский залив. А еще здесь очень мелко. Вот, видите, достаточно далеко уходишь, но при этом очень-очень мелко. Ну, то есть, чтобы нормально поплавать, надо достаточно далеко идти. Ну, для детей, на самом деле, это рано. Мам, я хочу пить. Пить хочу. Сейчас дам тебе попить. А, сейчас. Класс. Что ты делаешь? А? Что ты делаешь? Канаву. Канаву копаешь? Горячо тебе или устал? Устал, спать охота, да? Такая вот тут красота. Давай, иди. Даже детская площадка есть. Прикольно. Да. Там мусорка. И туалет даже есть. Накупались? Да. Хорошо вам? Да. Да. Приехали с а-ля моря, да? Да. И арбузик теперь вкусный. Да? Холодненький, сладенький. Единичка это сколько? Количество единичек. А ноль, вот честно, я не знаю, возможно, ноль это... Владусь, иди арбузик кушать. Нет. Иди, мое солнышко. Нет. Тебе в кроссовках не жарко? Нет. Думаешь? Да. Вкусно тебя, кисточка? Киса наша гуляет. Все, не будешь больше? Ты там потом посмотришь? Угу. А еще у нас дома так жарко, точнее, на улице, что мы в беседке поставили вентилятор. Ветра нет сейчас вообще. И вот в беседке сидим с вентилятором. Муж у меня доделывает беседку сейчас. Вот так вот. Приехали с пляжа. Что?
Бассейн милее, да? Ну да. Ну. Ну только, мам, нет, нет. Мам, бассейн не милее. Это море милее, потому что там волны, а я люблю волны. И вот сегодня на ужин я замариновала куриные ножки. Они у нас в горчице и соевый соус. Вот там вот видно. Вот, я их просто периодически перемешиваю. Достаточно всего несколько часов. Получается, они очень-очень вкусные. Просто горчица и соевый соус. Больше ничего будем делать сегодня на гриле. Также сделала овощной салат. Заправила просто маслицем. И все, что нашла. Тут и перчик, и салатик. Ну, в общем, такой. Огурчик, помидорчик, лучок. И в качестве гарнира вот я потушила баклажаны вместе с сметаной. Просто нарезаю кусочками, обжариваю и потом добавляю немножечко сметанки. И соль, и черный перчик. Очень вкусно, кстати, получается. Очень всем рекомендую такое блюдо. Вот. И также хочу показать вот что получилось у нас с нашими абрикосами. Они уже, мы их досушиваем и высушиваем вот вообще полностью, то есть чтобы они прям сухие-сухие были, чтобы не покрылись плесенью, так как мы не добавляем никаких, естественно, консервантов сюда, ничего такого. Вот. Они, конечно, не такого товарного вида, как вот мы приобретаем в магазинах, но их зимой можно достать, замочить в водичке, и они станут такими, напитаются и станут очень вкусными. Но они даже сейчас очень-очень вкусные. У меня потом муж ездил, докупал, то что у нас вот получилось вот столько много. Они у нас просушатся сейчас до конца. И уже будем складывать, например, емкость на зиму. Вот такая вот вкуснота. Они вон там еще. Вот эти вот не совсем еще просушились, а вот эти уже почти сухие. Вот так вот. Вкусно. Правда, они такие, да, коричневые, но все равно очень-очень вкусненькие. Вкусняшка? Вот, кидай. Ага. Сейчас уже вечер, и на сегодня я буду заканчивать свой влог. Надеюсь, он был вам интересен. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую и до новых встреч!